Здравствуйте, друзья! В эфире АВ Комфорт. В каждом из наших видео я знакомлю вас с разными компонентами для создания стереосистем, которые есть в нашем магазине. Это и усилители, и сетевые проигрыватели, и проигрыватели винила. Но еще ни разу мы с вами не обсуждали такой момент. Куда это все поставить? Ведь если мы нацелены на качество звука и стремимся к этому любыми доступными способами, то обычный комод или ТВ-тумба уже никак нам не подходит. Нужна специализированная стойка под аппаратуру, которая улучшает качество звука. Solitec это как раз одна из таких фирм. Мы сами представляем уже много лет стойки этой фирмы и предлагаем их нашим клиентам. Потому что стойки для аппаратуры Solitec это одно из лучших решений в своем ценовом сегменте. Фирма Solitec была основана в Швеции в 1995 году. И по сей день располагается там же, и производство находится тоже в Швеции. Ее основатель Бьорн Олсон в свое время приложил очень много усилий для того, чтобы спроектировать стойки для всевозможной аппаратуры. При разработке он в первую очередь опирался на физические свойства материалов и различные промышленные решения для виброразвязки. Сейчас эстафету принял Маркус Фриман. Он является владельцем и генеральным директором компании Solitec. Это тоже человек непростой. В его арсенале есть ученая степень по физике. Здорово же, когда руководство компании хорошо разбирается в своем продукте и понимает все принципы его изготовления. Solitec имеет в своем ассортименте несколько линеек специализированной мебели, которая предназначена для аудио и видеоаппаратуры. Radius, Hybrid и Rack of Silence. Кроме этого, они изготавливают дополнительные аксессуары, которые сделаны для повышения степени виброразвязки у аудио-видео стоек и компонентов. Все модели вы можете увидеть на нашем сайте. Сегодня я расскажу вам о линейке Solitec Radius и стойках Solo, которые входят в нее. Изготавливаются готовые решения Solo 1 для усилителей мощности. Стойки Solo 2, 3, 4 и Solo 5 – это стойки для Hi-Fi и High-End аппаратуры. Эти стойки представлены в залах для прослушивания салона AV Comfort. Также в линейке Radius есть стойки Cinema под аудио-видеотехнику, например, Cinema 5. Стойки Solitec Radius – это конструктор, который можно собрать, исходя из ваших потребностей. Здесь можно выбрать все, начиная от цвета и размера полок и высоты опор и заканчивая степенью виброразвязки для конкретной полки, в зависимости от того, какой компонент будет на ней стоять. Для того, чтобы создать стойку, которая идеально подойдет именно под ваши компоненты, нужно, конечно же, знать количество компонентов и их габариты. Впрочем, узнать габариты компонентов особо проблем это не составит. Они указаны на нашем сайте в описании каждого товара. Другое дело, количество компонентов. Это очень важный момент. От него будет зависеть, сколько полок будет в вашей стойке. И когда вся эта информация известна, осталось определиться с цветом. Solitec Radius предлагает целых 7 вариантов расцветок. А опоры выпускаются в двух расцветках – серебристый и черный. Полки для стоек Solitec Radius – сделаны из натурального шпона, независимо от цвета, и имеют интересную форму. Все 4 угла полки закруглены, и одна из 4 граней сделана ровной, остальные 3 вогнуты. Таким образом, одна стойка для аппаратуры может иметь 2 разных вида, с ровным передним краем полок или с вогнутым. Мы ставим эти стойки по-разному, и мне нравятся оба варианта. Когда передний торец ровный, стойка выглядит более классической. Если повернуть стойку вогнутым краем к себе, получается более экстравагантный и современный вид, который тоже можно легко вписать в любой интерьер. В общем, здесь вы сами можете выбрать, какой вид вам больше нравится. Есть 2 размера полок, 68 на 50 см и больше, которая используется в стойках Cinema. Ее размер 1,20 на 50 сантиметров. Толщина при этом у обеих полок почти 2 сантиметра. Если ближе рассмотреть опоры, они тоже выглядят достаточно интересно. Их поверхность ребристая, с выборками небольшой глубины. Эти ребра помогают стойке эффективно рассеивать вибрации и резонансы.
Сделаны они полностью из алюминия на специализированных станках с ЧПУ. В качестве изготовления тут сомневаться не придется. Все отверстия и торцы отполированы и обработаны просто идеально. То же самое касается и полок. Они плотные и увесистые. Внутри опоры пустотелые. Так шведы делают специально для того, чтобы их можно было засыпать песком или любым другим подходящим для этих целей материалом. Чтобы собрать стойку нужного размера, Solitech сделал опоры 4 разных размеров. 6,5 см, 15, 23,5 см и 32 см. Такое количество разных по высоте опор дает возможность точно отрегулировать высоту каждой полки и подстроить ее под высоту компонента, который будет на ней стоять. Но помните, что для усилителей, будь он ламповый или транзисторный, нужно пространство для нормального охлаждения. То же самое касается и предусилителей, и фонокорректоров. Пусть лучше будет запас пространства сверху. Не нужно подбирать высоту полок так, чтобы они были слишком близко к вашим любимым усилителям и проигрывателям. Если в вашей системе есть или планируется проигрыватель винила, у Solitech и на этот случай есть специальная вибраразвязка для верхней полки. Похожее решение есть и для промежуточных полок. Его можно использовать в качестве апгрейда, чтобы сделать ваши компоненты еще менее восприимчивыми к вибрациям. Еще два варианта набора виброразвязывающих элементов служат для того, чтобы увеличить возможную нагрузку на подпружиненную полку. Так, дополнительный набор из 12 пружин увеличивает дополнительную нагрузку на такую полку до 20 кг, а набор из 16 пружин аж до 45 кг. Так что даже массивный проигрыватель винила или усилитель мощности можно установить на полке с дополнительной виброразвязкой. Звук станет лучше. Что касается самых невысоких опор, которые высотой 6,5 см, они представлены также в комплектации с шипами. А чтобы шипы не испортили ваш ламинат и паркет, для этого случая Solitech предусмотрительно сделали подставки под шипы FP4. В двух цветах выпускается черный и серебристый. Также не забудьте про декоративные алюминиевые заглушки для верхней полки. Они монтируются за подлицо с полкой, на одной из них будет логотип фирмы. Смотрится все это очень симпатично. Таким образом, по итогу вы получаете отличного качества стойку от зарекомендовавшего себя шведского производителя Solitech, которая полностью построена так, как это нужно вам. Такой подход к выбору стойки для вашей аудио-видеотехники имеет ряд преимуществ. Во-первых, полное соответствие высоты полок под ваши компоненты. Теперь у вас не будет ни лишнего пространства, ни тесноты. Высота каждой полки будет соответствовать тому компоненту, который на ней установлен. Во-вторых, Solitech – это известная шведская фирма со своей материально-технической базой и производством. И каждая технология, которая используется при производстве стоек Solitech, имеет за собой ряд обоснований и расчетов. Эти технологии реально работают. В-третьих, это широкие возможности для апгрейда. Это можно сделать и на этапе компоновки новой стойки, или уже после того, как она у вас освоится. В любом случае, дополнительная виброразвязка полок стойки даст определенный прирост к звучанию вашей системы. К тому же, при необходимости, можно убрать или добавить полки, или даже нарастить стойку не только вверх, но и в стороны, таким образом расширив стойку под дополнительные компоненты. Ну и в-четвертых, это цена. При всех описанных выше технологиях, которые применяются в стойках Solitech, их цена все же остается вполне адекватной. А если брать во внимание качество изготовления, то так и вообще небольшое покажется. Реально, стойки Solitech выглядят очень стильно, элегантно и дорого в любом интерьере. И сделаны в Швеции из хороших, недешевых материалов, и действительно работает так, что ваша система заиграет лучше. А посмотреть, приобрести готовую стойку или же собрать стойку Solitech с нужными для вас размерами можно в салоне AV Comfort. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и жмите колокольчик. Всем пока!